соответственно, сами для себя потихонечку должны научиться отличать программы, скажем, которые создаются прошлым, и вот действия, которые создаются вашей осознанностью, да, которые не связаны с прошлым. Это просто разные действия совершенно. И в людях замечать, то есть человек разговаривает, он реагирует, и вы видите, что его реакция – это следствие его воспитания там, или прошлого. Или он на вас откликается, да, то есть он откликается из настоящего. То есть это должно чувствоваться. И постепенно, если вы даете больше внимания отликам из настоящего, да, а не программам, соответственно, переходите в другую.